Здравствуйте, наши уважаемые подписчики, друзья. Переходим к непосредственно решению нашего судоку, уже более-менее усложненного. Так, начнем, я думаю, с нижней части этого пазла. Так, Аблай, посмотри. Вот это какая цифра? Один. Это? Два. Это? Три. Так, вот здесь чем можно догадаться? Четыре. Четыре. Какого цвета четыре будет? Коричневого. Коричневого. То есть он видит, что четверка коричневого цвета. И сейчас поставит так четыре. Так? Угу. Так, видите? То есть одну секцию мы разобрали. Теперь видим, смотрим, где у нас можно по линиям или по столбцам. То тут сразу видно, либо можно вот эту линию, либо этот столбик сразу уже решить. Так, возьмем по линии. Так, Аблай, что здесь от цифры, какой не хватает? Да? Один. Один, давай. Какого цвета один будет? Голубой. Да, то есть он заметил, что вот эта цифра голубая. И можно поставить один. Правильно. Так, теперь пойдем дальше. Здесь столбец мы решили, теперь линию эту можно решить, да, Аблай? Вот здесь чего не хватает? Вот там четыре. Четыре. А какого цвета четыре будет? Коричневого. Да, вот коричневого. Так, ставим туда четыре, коричневого. Так, следующее у нас есть еще одна линия, столбец вернее, где у нас можно догадаться, какую цифру можно поставить. Так, Аблай, вот здесь что можно поставить? Да. Так, что у нас не хватает? Два. Два. Какого цвета два? Зеленого. Зеленого. Давай двойку нам поставь. А потом меня. Да. Потом Райлан будет делать. Так, двойка. Ну, пока что на этом мы остановимся. Дальше уже решение будет более сложное. И это мы расскажем в последующих видео. И подписывайтесь на наш канал.